Исторически наш город расположился вдоль и по обеим сторонам железной дороги. Все 11 станций в черте округа имеют свои пешеходные переходы. Тем не менее, люди в обход правила, написанного, как говорится, кровью, прокладывают бесчетное количество тропинок, а иногда целые грунтовые дороги через железнодорожные пути. В 300 метрах есть пешеходный переход. Ну что же здесь удобнее? Здесь идти неудобно. Здесь надо перешагивать через столько много пути. А потом здесь опасно. Знаете, что здесь опасно? Знаю. Сторонам надо смотреть. Мне здесь удобно. Самая частая отговорка нарушителей. Переходя и переезжая на автомобилях железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, нарушители не только создают угрозу своей жизни и здоровью, но также подвергают опасности машинистов и пассажиров. Одна из таких народных троп между станциями Москворецкая и Шиферная. Именно здесь прошел рейд несанкционированный пешеходный переход. Самое главное, что здесь ходить опасно. То есть, во-первых, на путях по ПЖТ происходит маневровая работа, тоже сейчас вы все это видели, да, а по главным путям поезда по направлению в Москву и в Рязань, ну, как бы едут с приличной скоростью. И не всегда есть обзор, да, когда вы выскочили из-за вот этих расцепленных вагонов, можно, в общем, не успеть сконцентрироваться, да, или если мы очень спешим, то попасть под этот поезд. Как отмечают железнодорожники, особенно опасны переходы между станциями Шиферная и Воскресенск в районе деревни Медведка у станций Цимбигант, Фаустова и Виноградова. Очень сложная ситуация, например, между платформами Цимгигант и Москворецкая. Там просто вдоль главного пути проложили люди тропу и по ней ходят. А когда зимой, допустим, снег и идти там неудобно, то они не считают, что удобнее всего идти в колее. Бороться с нарушителями только агитацией и листовками малоэффективно, признают сотрудники РЖД. Поэтому на самых сложных участках рассматриваются проекты установки ограждений и заборов. Скажите, пожалуйста, а вот какие нам надо предпринять меры для того, чтобы вы здесь не ходили? Вот если мы построим забор, это будет хорошо? Ну, конечно, через забор мы не полезем. Не полезете? А если мы не будем расцеплять здесь вагоны? Тоже не полезем. Под вагоном мы же не совсем. Печальная статистика на железной дороге настораживает. Воскресенский округ часто мелькает в сводках новостей в связи с гибелью людей и травматизмом. Самое страшное, что гибнут дети и подростки. Обычно причины трагедии – элементарная невнимательность, спешка и несоблюдение правил безопасности. Руслан Полянин, Дмитрий Волнов, новости из Кырвэкт.